Торжественное мероприятие, посвященное Дню судьи и работника суда, состоялось в Усть-Каменогорске. Работников судебной системы наградили за вклад в отправление правосудия и укрепление законности в судебной системе нашей страны. С 2022 года 24 июня в Казахстане отмечают День судьи и работника суда. Эта дата выбрана не случайно. 24 июня 1992 года были приняты первые после обретения независимости поправки в закон о судоустройстве Казахской ССР. Так было закреплено осуществление правосудия Верховным судом Республики Казахстан, а также областными, городскими, районными и вновь образованными военными судами. Значимую дату отметили и в Восточном Казахстане. Мы решили провести это мероприятие в торжественной обстановке, вручить ведомственные награды, ордена от имени Союза судей, от Верховного суда, от местных исполнительных органов. И сегодня в торжественной обстановке здесь собрались. Отдельно хотелось бы отметить, что мы специально пригласили всех ветеранов судебной системы. От всего сердца поздравляю всех своих коллег, судей Республики Казахстан, ветеранов судебной системы, которые в настоящее время трудятся на этой очень интересной, но в то же время сложной службе. С праздником! Желаю всего самого лучшего для вас, ваших родных и близких. В ходе мероприятия судьи приняли присягу. После торжественной части для участников мероприятия организовали праздничный концерт.